Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать классную самоделку из обычной 5-литровой бутылки. Самоделка реально полезная и точно пригодится как дома, так и в мастерской. Поэтому рекомендую досмотреть видео до конца и буду очень благодарен, если поставите лайк и подпишитесь. Итак, первым делом нам необходимо просверлить в крышке отверстие сверлом на 15. Теперь нам понадобится вот такой автомобильный клапан для бескамерных колес. Промазываем горячим клеем, либо герметиком внутри крышки, вокруг отверстия. И вставляем клапан. Произошла небольшая проблемка, оказывается, отверстие на 15 было слишком большое, пришлось сделать чуть меньше, на 12. Клапан стал очень плотно и даже не пришлось уплотнять его герметиком или термоклеем. Самоделка в принципе готова. Сейчас покажу, как она работает и для чего нужна. Бывают случаи, когда нужно поднять диван, чтобы, например, попылесосить, либо убрать ковер. И сделать это в одиночку достаточно проблематично. В этом случае нам как раз таки поможет данная самоделка. Берем бутылку, откручиваем пробку и сминаем бутылку, чтобы она стала плоская. Накручиваем пробку обратно и получаем вот такой блин. Теперь просто помещаем бутылку под диван. Далее берем насос или компрессор и накручиваем шланг на клапан. Включаем компрессор и смотрим, что будет происходить. Вот таким простым способом мне удалось поднять диван на достаточно большое расстояние, а если быть точнее, аж на 14 сантиметров. В итоге у нас получился примитивный воздушный домкрат, с помощью которого можно поднять достаточно большой вес. Делается все очень просто, а накачивать можно обычным ручным насосом. На мой взгляд, самоделка получилась очень полезной. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться и всем пока!